29 января комитет Гомель-облимущества проведет аукционные торги. Три лота расположены в Жлобинском районе. В Старорудняцком сельском совете предложен комплекс зданий общей площадью почти 500 квадратных метров. Начальная цена понижена на 20% и составляет почти 83 тысячи рублей. В деревне Доброгоща можно купить здание базовой и начальной школы общей площадью почти 1300 квадратных метров. Начальная цена – 19 базовых величин. В деревне Кабанов Канава-Марковичского сельского совета на торги выставлен детский сад, начальная школа. Общая площадь более 1750 квадратных метров, стартовая стоимость – 14 базовых величин. В Речице продается весоремонтная мастерская, площадь почти 90 квадратных метров. Начальная цена понижена на 20% и составляет немногим более 10 тысяч рублей. Кроме того, на аукцион выставлены и другие объекты недвижимости. Документы на участие в аукционе принимаются в Комитете Гомель-облимущества до 25 января. Подробности можно найти на сайте Комитета Гомель-облимущества или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 и 70 36 43.